Друзья, всем привет! Всем привет! У нас вот такая погода, не совсем теплая. Вчера у нас было плюс 2 днем, сегодня ночью было минус 27. Вот это ужасная погода, конечно. Вчера был плюс, все подтаяло, сегодня все замерзло. У нас такая катушка, просто вообще невозможно. А мы без собак. Вы спросите, где наши собаки? А я вам отвечу, что через несколько секунд будет один собак. Две собак и три собак. И три собак. Нам двоих мало. Мы третью везем. А где возьмем третью? Поехали. И куда это мы приехали, Мария Владимировна? А куда ты пошла? Вот подъезд. Она сказала, возле подъезда они. Ну, вот подъезд вот. А где они? Ну, сейчас придет. Она сказала, возле подъезда. Ошиблись домом. Мария Владимировна там ворчит на меня. Ну, ну слушай, какой дом-то? Опять мы ошиблись, что ли? Заплутали мы, а теперь приехали по адресу. Рожулька, Юньки, Юнька, 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 ты моя, да ты моя. Ай, ты моя хорошка. Ты моя, здрасте. Здрасте. Заплутали мы. Что-то это надо было сразу. А мы вот сначала туда бы поехали, а Маша вообще пошла за дом. Ой, мой сладкий, как же холодно. Холодно, скажем. Ой-ой-ой, как да. Маленькая. Давай тебя будем прятать. Да. Ой, Жайку. В общем, пока мы плутали-плутали, тут уже ребята замерзли. Отогревая, Маша засунула шубу, малявку. В общем, сейчас приедем домой, будем рассматривать и, конечно же, заснимем встречу родственников. Ну что? Ну что, моя хорошенькая? Скажи, холодно. Замерзла? Конечно. Ну, конечно, не май месяц. Да? Сейчас мамулю встречать будем. Ну что? Показываем, как есть. Белка уже услышала нас. Да. Белка, она обычно ждет нас преданно на коврике входном. А Оливия издалека может там лаять. Подстрекать. Так, ну кого мы привезли? Давайте посмотрим, кто там. Кто там? Вот просит, чтоб дали. Кто там? Родственники, да? Не дают тебе пройти, да, Белл? Ну ты пусти Юнечку. Бабушка решила обнюхать. Да ты мой сладкий, не пускаю. Сейчас я разуюсь, пойдем. Ох эти атаманши, а! Ну что, Юнька сейчас бегала, разведывала, все обнюхала, порычала, попила водички. У нас будет громкий выпуск сегодня. Рычит на Ливию, она огрызается. Посмотрите, кто здесь Юня, кто здесь был. Вот она. И главное рычит, потому что как медведь. Пока я не могу на ней сфокусироваться, она шустрая. Это она рычит. А, любимые игрушки, веревочки. Смотри, смотри, палкой ее лапы. Знаешь, кто в доме хозяин, видела? Да, решила поучить. Ага, она слишком говорит громко, она, я думаю, с лапкой. В общем, если нас будет плохо слышно, пожалуйста... Не обижайтесь. Ну зато теперь, Белла, есть кому с тобой играть. А то ты вечно требуешься. Нет, не хочет. Соперник сильный. Давай сюда, давай. Она сейчас поиграет, Маша ее вблизи потом покажет подробно. Брала. Ну, слушайте, у Беллы конкуренция, конечно же. Белла, так нельзя. Я нужен тебе, что ли? Гладить надо тебя? Или играть надо? Давай поиграем.
Давай. Давай играть. Любишь ты играть? Так, давай. Тебе гладить надо, что ли? Да ты моя хорошая. Ну, конечно же, и ночью буду гладить тебя. В прошлый раз она ночью потеряла всех. А вторую ночь уже нормально. Как будто здесь и жила, не уходила никуда. Гладить надо. А какая хитруня ты, а? Ты хитрунь еще та. В руки конкуренция. Ну, конечно, хитрунь ты. Смотри, стоит, ревнует моя девочка. Конечно, ревнует папку. Ух уж, ух уж. Куда тут троих? Когда троны... Мы с тобой поняли, что трое шибко много. Уже мы, как сказать, один раз опробовали, так скажем, такое три, да, нам все говорят, ну оставьте себе еще, не, мы понимаем, что три многовато. Шкодники, шкодники. Ох, не угомонится это дело. Белка пытается тут свои правила навязать, что, дескать, не забывайте в гостях. А это огрызается, посмотри, что, да? Скажи, я уже не тот безобидный щеночек. Я могу и рявкнуть. Так ведь? А Белка еще, видишь, у Юньки течка, она ее чувствует. Моя хорошая. Ой, запыхалась, от тебя уморили за 5 минут. За 5 минут вообще уморили. Вообще весело вам будет, ребятки. Да, 3 дня вас три хоть ваше целых. сонное царство чуть-чуть тут расшевелит. Девчонка. Ух, они, скажи, напали на тебя, да? Девчонка-то привыкшая носиться. У нее там малышка дома. Они не скучают. Ничего, сегодня ночку переживем, поволнуемся немного и все. Играть зовешь? Зовешь играть туда? Ну играть? Да, зовет играть. Играть зовешь, да? Давай. Ну, а Юнька не понимает, что ее зовут играть. Юня, она играть тебя зовет. Конечно, играть зовет. Играть зовет. Вот так вот. Вот так вот. Все, нашла себе занятие. Это Юнька-шпунька. Не можешь удержать. А вот вторая шпунька. Мамаша. Не по размеру она, слушай. Вот кого мы угостим ушками, да? А. Наш как-то не особо. У нас Белка его помусолит, сделает мягким, оливка берет. Но они недолго, так скажем, с ним. Оно такое долгоиграющее, на века. Так что тебе обязательно в подарочек мы дадим, да? Да ты моя хорошая. Ох, скажи, Влад, ты такой сладкий. Ты такой сладкий. Слаще, чем это ухо. Юнька громче всех кричит. Белка умудряется цепануть. Посмотрите на эту Белку, а? Приставучая. Оливочка спряталась. Ух, скажите, мужик. Не дает проходу даже малышке. Ух, она какая, да? Заступаться надо за тебя. Вот ты знаешь, к кому прийти, да? Помнит. Она и Машу вспомнила, и меня еще на улице даже. Вообще она очень добродушная, ко всем она нормально относится. Ребятишек очень любит. Здесь Настя нам присылала из личного архива, как она очень хорошо играет. Молодец наша, да. А щупленькая такая, да? 2 килограммчика ты, щупленькая. Да, Белка ты моя. Может свой килограммчик отдать. Ты моя, да, ты моя. Ну что, дождалась дочку в гости, а? А мы все планировали традиционно с Юнькой прогуляться тогда перед Новым годом, походить по таким новогодним украшенным местам, но не смогли мы состыковаться. То погода, то да, нас. И пришлось мне с Бульчонком идти, но зато вот сейчас, кто помнит Юньку, Рыжульку,
Юнька чуть-чуть полиняла, у нее сейчас течка да, идет. Видите, вот раз. Она прям, ну даже не чуть-чуть, а сильно такие бока уже, слушай, видите. Слушай, у них практически с Беллой в одно время, да. У Беллы, правда, уже заканчивается, не знаю, у Юни, как она, в какой стадии. Не отходит от меня, она пока еще, видать, не освоилась. Конечно же, непривычно все, нюхает, суетится немного. Ну ничего. В прошлый раз она хорошо у нас. С людьми она умеет ладить, поэтому ничего страшного. Мы настроены хорошо к ней. Она для нас родная. Родная кровиночка, да? Мы ее с нуля знаем. Посидела несколько секунд, пошла Юнька к маме, подошла, облизывает ее. Две родные кровиночки. А Белка? Непонятно, что Белка хочет, Белка... играть или что, или подмять под себя, непонятно. Да, хочет, наверное, показать, что она главная. Еще, видишь, течку чувствует, может быть, поэтому так себя ведет. Видишь, она пытается сзади. Ох, и Олечка тут тоже наблюдали. Так это интересно, такие, знаешь, шажочки. И что они хотят? Думаю, Пелозок спрятался, говорит, ух, там монстрики маленькие бегают, да? Ну, я скажу, уже таких не очень люблю. Люблю, пока они совсем колобочки. Да, а потом вырастают вот такие, которые огрызаются, и вот такие. Все так подробно изучает каждую игрушку, обнюхивает, аж трясется. И рычит что-то тут. Ох, какого! Ох, какой азарт! Может, узнает она эти игрушки. Она еще щенком была, а эти игрушки уже у нас были. Ну, часть, да. Мы мало чего меняли в этом году. Я тут начал выпуск уже монтировать, часть видеоматериала этого выпуска сбросил на компьютер. Пока сидел, монтировал, что она просилась ко мне, и вот на коленях у меня сидела, я монтировал. На мамку порыкивает тут, ага. Что вас мир не берет? Белла, оставь в покое ребенка. Видишь, как она реагирует на тебя? Ложись, 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 моя хорошая. Да, конечно, поцеловаться надо сначала, да? Ложись. Гладить надо тебя, гладить. Просит так же, как мама, так же лапкой. Вот узнаю просто повадки, да? Твои повадки. Вы уж извините нас за наши наряды домашние. Мы проводим обычный вечер дома. Ходим, в чем обычно входим, в шортах. Вот, поэтому просим прощения. Просто других кадров у нас нет, чтобы вам показать. Вот так лежит, лежит, а потом пузом кверху. Да? Любит пузико гладить. Глазки закрывает. Хорошая девчонка. У нас с ней полнейшее понимание. В прошлый раз, когда она у нас была несколько дней, мы с ней ходили, гуляли. Она из непослушного
щеночка превращалась в послушную, да? Конечно. Ох, как интересно тебе с дочкой, да? Соскучилась по дочке. Соскучилась. Но только дочка на тебя рычит почему-то. Не нравится дочке. Дочке нравится вот так вот. Давай уж покажем. Давай, вот так вот. Между ног ложится, тепло. И она прям засыпает. Я вот так глажу ей грудку. Вот такой ручной ребенок. Ласковый очень. Вот так вот, все. И требует, конечно же, как же не требовать? Не убирай, говорит, руку. Ну, в общем, такие у нас сегодня вечерние кадры. Мы проснемся, я немного поснимаю, расскажу вам, как у нас прошла ночь, сложная была или нет, или все в отрубе были. Вот, так что утром с вами увидимся. А пока спокойной ночи всем, да? А ты, говорит, не отвлекайся. Мы-то с тобой не закончили еще выпуск, да? Продолжай гладить меня. Ну ладно. Спокойной ночи. Юня, пойдем. Пошли. Иди ко мне сюда. Пойдем. Пойдем. В общем, что она... Сегодня нас не беспокоило вообще. Единственное, что она спала отдельно от наших собак, спала около входной двери в коридоре. Прям уткнулась. Вот, я не знаю, где там дома спит она. Но здесь так вот получилось, да? Ты моя хорошая. Ты моя хорошая. Молодец. Ну, справились мы с тобой, да? Справились, конечно. Конечно, ребенок беспроблемный, да, а ласковая, любит, когда гладит ее, да, конечно, я уже говорил, что ты ласковая, конечно, да, хитрунька маленькая, маленькая, вот так она, в общем, за мной бегает по пятам, видимо, во мне увидела того, кто ее защитит в этой семье лохматиков, да. Молодец она, молодец, да, молодец, конечно, молодец. Но пока еще не ела, вчера мы ее заставляли сухой корм есть, нет, отказывается. Сегодня будем настаивать, да, если что, размочим. В общем, вот эта хитрюга отказывается есть сухой корм. И пришлось разбавлять его жидким. Мы откладывали себе в морозилку на крайний случай. Вот крайний случай наступил. Ну, вам тоже немного подмешал. Можно сказать, вам повезло благодаря вот этой хитроне. Вот вчера отказывалась, сегодня с утра отказывалась. А сейчас, вот смотрите, молотит только так. Это касается каждого из них. Но наши-то более-менее, наши приучены есть... Сухой корм в чистом виде. Чемпион. Спору нет. Вторая, скорее всего, будет рыжулька, Юни. Как кряхтит бабулька. Ну да. В общем, отстающая бабулька. Ну, а как мы поняли, излюбленное место вот этой вот барышни под столом, как и у бабушки Оливии, лежит и, скорее всего, караулит, пока какой-нибудь кусочек не упадет, да, и не окажется у нее в пасти. Вот таким был наш выпуск. Мы постарались показать вам Юньку, Рыжульку. Напишите в комментариях, сильно ли она изменилась. Ну, а мы будем заканчивать наш выпуск. Всем, как всегда, мира, счастья и добра. Пишите комментарии, будем рады ответить на них. Всем пока-пока.